Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Загадочное и двойное убийство. Молодая семья Агарковых сначала перестала выходить на связь, а потом полицейские нашли тела убитых не в своей квартире. Историю сегодня активно комментируют кировчане и Следственный комитет. До нормальных дорожных ремонтов еще неделя, а у городских ответственных до сих пор нет четкого плана. Звезды продолжают шутить про кировский асфальт, а неравнодушные кировчане объявляют свои требования власти. После череды строительных скандалов, демонстрация жесткого контроля, Владимир Быков и Александр Перескоков сегодня проверили, как идет строительство дома для детей-сирот в Ленгасово. Правда, изъянов не нашли. Новые и более внимательные камеры. В ГИБДД сегодня рассказали о новой системе «Кордон». Отныне она сможет различать не только скорость и стоп-линию, еще и движение по полосам и улучшенное ночное видение. Звезда мирового нью-эйджа и джаза выступила в Кирове. Японская пианистка и композитор Кейко Мацуи устроила по России серию бюджетных сольных концертов. А в Кирове попробовала пельмени, правда, долго не могла объяснить, чем именно она позавтракала. О главных событиях понедельника, 4 апреля, расскажет информационный канал «Город», в студии Артем Паникоровских. Здравствуйте. В воскресенье к правительству области пришли сотни человек. Кировские водители организовали народный сход. Причина – ужасное состояние дорог. Автовладельцы почти час зачитывали требования. Среди них – отменить транспортный налог, ужесточить требования к дорожному покрытию, а еще укладывать асфальт в городе под прицелом камер и выкладывать видео в интернет для общественного контроля. Подробности далее. Мы по факту все с вами видим, что дорог нет. И ситуация ухудшается с каждым годом. Выражаясь простым языком, это воровство. Громкие заявления звучали у стен правительства области. В воскресенье сюда пришли сотни кировских водителей. Все высказывали свое отношение к дорогам и к качеству ремонта. Ко всему требовали у властей организовать общественный контроль, то есть укладывать асфальт под прицелом камер, а видео после ремонта каждой ямы выкладывать в сеть. Ямочный ремонт вообще, насколько я знаю, его нельзя делать на тех дорогах, где износ больше 15%. У нас износ больше 80%. Что в городе Кирове, что в области. В шутку говорили о различиях трезвых и пьяных водителей столицы и регионов, и уже вовсе без юмора про разбитые бамперы, порванные колеса и сломанные диски. Таксисты признавали, стыдно за город, когда везешь гостей от вокзала. Стоит ли говорить про звезд, которые все чаще после концертов в Кирове высказываются о местных дорогах. Из последнего певец Трофим. Днем раньше Ефим Шифрин в своем твиттере. Никогда не смогу перечитывать Гёте. В самом сильном переводе «Фауст» всяко слабее любой дороги в Кировской области. Кировские дороги сильнее классиков, классики, да и иномарок. Видео доказательств в сети масса. Вот у машины отлетает бампер. А на этом фото услугами шиномонтажа были вынуждены воспользоваться сотрудники полиции. А вот уже и автоледи. После поездки вынуждены менять колеса. Пока кировчане на волне ямочной солидарности помечают опасные участки расколотыми бамперами, власти лишь отчитываются. На дороге города в этом году выделено 150 миллионов рублей. Из них непосредственно на ремонт пойдет чуть больше 30 миллионов. Остальное – долги за прошлый и позапрошлый год. А что о качестве и об укладке асфальта, то в снег, то в луже, так это не то, что кажется, а современные технологии.
применение литого асфальтобетона, возможно, до минус 15 градусов с влажным основанием. Конечно, недопустимо укладывать, когда уже там вода, у нас сейчас происходит фотофиксация, практически каждой ямы выезжаем на место. Если выявляется нарушение технологий, заставляем переделывать, эти работы не оплачиваются. Автор этого видео интересуется, будет ли оплачен такой ремонт. То ли асфальт, то ли просто щебень. Как видно, дорожники засыпают прямо в лужи. Брызги летят во все стороны. А это уже на следующий день, на том же месте. Результат ремонта, как видно, налицо. Впрочем, глава города еще до народного схода по дорогам настоятельно рекомендовал дорожникам не поддаваться общественным возмущениям. Каждый человек вправе высказать свое мнение. Сбор подписей. Вот сейчас тоже объявляют народный сход за ремонт дорог. И в то же время говорим, что в снег ложим асфальт. Ну, наверное, надо какое-то делать пошаговое. То есть наступила погода, когда позволяет делать. Давайте тогда будем собирать подписи, что не делают. Этот участок на улице Московской водители объезжают как могут. Кто-то по встречке, кто-то и вовсе выезжает на обочину. В администрации говорят, деньги на ремонт этого участка есть. Могут отремонтировать хоть сейчас, но мешает погода. Судя по прогнозам, мешать она будет еще недели две. Погода, обещают синоптики, наладится к середине апреля. А вот конкретных планов по дорожным ремонтам у властей до сих пор нет. Да и смысл, говорят водители, от этих планов. Дороги в Кирове, если не закатывать заново, то по мелочи чинить смысла уже практически нет. Об этом и свежее видео в сети от кировских автовладельцев. Да вообще не надо ничего делать. Будем на конях ездить и все. Коням дороги не нужны. Ольга Шмырина, Сергей Самойленко, информационный канал «Город». Стоит добавить, что в воскресенье к участникам народного схода из правительства области никто так и не вышел. Впрочем, сказать, что митинг автовладельцев прошел незамеченным, тоже нельзя. Сегодня резолюцию с требованиями водителей, под которой подписались сотни человек, прокомментировал министр транспорта Альберт Запольских. В списке требований митингующих было 14 пунктов. В частности, производить меньше ямочных и больше капитальных ремонтов. На сайте администрации города создать раздел для общественного контроля за ремонтом дорог, где указать, какие участки и когда ремонтировались, а также сроки гарантии. В этом же разделе предлагают водители размещать видео каждого ремонта. Общественников в правительстве поспешили успокоить. К лету дороги в регионе приведут в порядок. Основное нарекание, которое сегодня жители Кирова и области высказывают, это то, что вчера отремонтировали, а сегодня уже вылетело. Ну, я вот прошу отметить, в основном уже вылетают те ремонты, которые являются, скажем так, временными. То есть тот же самый ямочный ремонт. Он ведь не призван отремонтировать, не призван сохранить дорогу там на длительный период времени. Он призван на то, чтобы на очень достаточно короткий срок локализовать аварийные участки автомобильных дорог, чтобы обеспечить относительно безопасный проезд. Общественный контроль сегодня он не сможет самостоятельно проводить там независимые оценки качества применяемых материалов, соблюдения процедур, технологий, которые применяют дорожники, потому что это требует не только специальных знаний, но и требует соответствующего лабораторного оборудования. Активисты не смогут его оплачивать из своего кармана, потому что это очень дорого. Исходя из того, что у нас вот эти дороги старые все, очень серьезно изношены, то есть вот эта ситуация, в принципе, она была ожидаемая. Под личным контролем сегодня городские власти провели рейд по строящимся домам для детей-сирот. Глава города Владимир Быков лично посетил стройки и проконтролировал ход работ. Сейчас для детей-сирот строится два дома в Лингасово. Один из них находится на стадии завершения. Уже 30 июня ключи от новых квартир получат 110 жильцов. На сегодняшний день там ведется внутренняя отделка помещений. И в этот раз власти надеются, что новым жильем останутся довольны все. Я сразу хочу сказать, что мы учитываем все те промахи, которые у нас были в предыдущих наших строительных объектах. Поэтому здесь уже решается вопрос, чтобы было тепло, чтобы не было никаких проблем с размещением бытовых объектов. В
Второй дом планируется сдать в конце этого года, в декабре. Туда заедут 100 детей-сирот. Этот дом только готовится к постройке. Сейчас строители закладывают фундамент, но и в этом случае строители учли свои прошлые ошибки. Здесь проведена, в общем-то, и геодезия, то есть с учетом того, что здесь есть подземные воды, фундамент сделан с таким расчетом, чтобы уже здесь вопросов подтопления не было. То есть здесь и будет водоотведение, и изоляция, и фундамент выше поднят согласно проекту. Кстати, ошибки строительства власти планируют исправить и с другим социальным жильем. В Лингасовском доме для переселенцев, который постоянно топится подземными водами, городские власти анонсировали строительство новой системы водоотведения. К работам приступят, пообещали, как только установится теплая погода. Прокуратура заинтересовалась строительством нового полигона ТБО в Слободском районе. Надзорный орган проверит аргументы из петиции местных жителей. В интернете она собрала более 1000 подписей. Подробности смотрите далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Городские власти направили иск в областной суд по вопросу продажи участка в Парке Победы. Напомним, ранее прокуратура признала сделку недействительной, поскольку территория относится к землям общего пользования. 20 апреля чиновники вновь будут пытаться опротестовать это решение. Прокуратура проверит законность строительства мусорного полигона в Осинцах. Заявление в надзорный орган написали активисты ОНФ. Прокуратура рассмотрит петицию местных жителей, которая собрала больше 1000 подписей. 4 апреля в Кирове стартовал прием заявок в бессмертный полк. Заказать транспарант кировчане могут по адресу Октябрьский проспект, 120. Стоимость работ в этом году 500 рублей. Те, кто уже участвовал в акции или будет делать транспарант самостоятельно, необходимо зарегистрироваться на участие. Прием заявок будет проходить до 22 апреля. Кировчан приглашают принять участие в тотальном диктанте. Регистрация участников начнется 6 апреля на официальном сайте мероприятия. В этом году автором текста стал российский детский писатель Андрей Усачев. Тотальный диктант пройдет 16 апреля на базе опорного университета. 5 апреля в Кирове пройдет юбилейный концерт знаменитого дуэта «Баян Микс». Чемпионы мира Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков исполнят на баянах популярные мелодии и авторские произведения в современной обработке. Начало концерта в 19 часов во Дворце культуры «Родина». Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Загадочное и двойное убийство. Молодая семья Агарковых сначала перестала выходить на связь, а потом полицейские нашли тела убитых не в своей квартире. Историю сегодня активно комментируют кировчане и Следственный комитет. Новые и более внимательные камеры в ГИБДД сегодня рассказали о новой системе «Кордон». Отныне она сможет различать не только скорость и стопление, еще и движение по полосам и улучшенное ночное видение. Звезда мирового нью-эйджа и джаза выступила в Кирове. Японская пианистка и композитор Кейко Мацуи устроила по России серию бюджетных сольных концертов. А в Кирове попробовала пельмени, правда, долго не могла объяснить, чем именно она позавтракала. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Загадочное, резонансное и двойное убийство. Одного резали ножом, другой задушили. Причем тела нашли не в своей квартире. Следственный комитет сегодня озвучил результаты медэкспертизы тел Александра и Маргариты Агарковых, молодой семьи, которая через 5 месяцев ждала рождения ребенка. Информация о подозрительной пропаже молодой пары появилась в соцсетях минувшие выходные. Спохватились родители Александра. Тот перестал выходить на связь еще 30 марта. 2 апреля родители вместе с полицейскими проникли в квартиру, где проживали Александр со своей беременной супругой. В ходе осмотра места жительства супругов следователи обнаружили на диване следы вещества, похожего на кровь. Также было установлено, что из квартиры пропали некоторые вещи. У следствия имелись объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере их пропажи. По данному факту незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Сегодня в Следственном комитете официально заявили, молодые люди были жестоко убиты. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело. В розыск объявлен один из подозреваемых, 30-летний Константин Шихов. По некоторой информации, подозреваемый передвигается на белом легковом Ниссане и держит путь в сторону Нижнего Новгорода. Запутанность истории придает и то, что тела погибших Александра и Маргариты полицейские обнаружили не в квартире на Мостовицкой, где они проживали, а в одном из домов на улице Московской. В сотнях комментариев, которые сегодня весь день сыпались под новостью о жестоком убийстве молодой пары, упоминается, что подозреваемый не так давно взял у Агарковых в долг 17 тысяч рублей. В данный момент все обстоятельства выясняют следователи, и если вам что-то известно о местонахождении подозреваемого Константина Шихова, незамедлительно сообщите по телефону 02. Три человека утонули в реке Вятка в результате ДТП в Малмыжском районе. Там водитель УАЗа выехал на тонкий лед, и машина провалилась в воду. Подробности в рубрике «Место происшествия». По данным МЧС, о трагедии очевидцы сообщили в понедельник почти в 9:30 утра. Водитель УАЗа проигнорировал знак «Въезд запрещен». Ко всему прочему, не остановили его преграда из песка и дерева, которая лежала поперек дороги. В районе деревни Ганьба Малмыжского района водитель автомобиля УАЗ совершил несанкционированный выезд на лед реки Вятка. Во время движения произошел провал автомобиля, и он полностью скрылся под водой. Со слов очевидцев, в машине находились три человека. По предварительным данным, все они погибли. Как стало известно, зимой на этом месте была ледовая переправа, но с 28 марта ее официально закрыли. Сейчас по факту ДТП следователи проводят проверку. Ленинский районный суд вынес приговор двум похитителям, которые решили сходить в супермаркет на улице Горького бесплатно. Камеры наблюдения зафиксировали действия преступников. Судом при вынесении приговора учтены смягчающие вину обстоятельства, именно малышка являлся участником боевых действий, имеет медали, знаки отличия по военной службе. Оба подсудимых характеризуются по месту работы положительно, на учете у психиатра-нарколога не состоят. У Чернышовой на иждивении имеется малолетний ребенок. В итоге суд приговорил криминальную парочку к условному сроку. Малышка получил 6 месяцев, а Чернышова 4 месяца. Приговор вступил в законную силу. Весьма находчивого бесправника на 14-й задержали активисты ночного патруля и сотрудники ДПС на улице Конева. После остановки авто с виду пьяный водитель уверял, что за рулем не ехал. Якобы в машине он просто отдыхал вместе с приятелями. Я просто стою. Сюда. Вы меня не слышите, да? Мы же стоим, а угла человека. Вы ехали. Мы ехали. Юровской, потом по Солнечной, сюда повернули налево на Конево и потом повернули сюда налево. Если у вас все снято, так что надо. На водителя составили административный материал, и теперь ему грозит арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. На улице Московской Ладу Калина занесло, и она выехала на встречную полосу. Десятки в одну сторону стоит. Десятки. В этой аварии пострадали три человека. Тяжелые травмы у виновницы происшествия, женщины-водителя Калины. В Кирове появились камеры фиксации нарушений кордон. Система новая не только для нашего города, но и для России в целом. Однако уже успешно зарекомендовала себя в некоторых регионах. Главным отличием нового устройства от его предшественников является высокая точность определения скорости. В отличие от нынешней арены, кордон фиксирует нарушения по всем полосам в двух направлениях движения. Также датчики могут выявлять выезд на встречную полосу и эффективно работают в ночное время. Основная задача таких комплексов в первую очередь – это спрофилактировать нарушение правил дорожного движения. Ведь водитель, зная о том, что уже установлен комплекс, будет более осторожно двигаться, и, естественно, это будет влиять на безопасность дорожного движения только положительно. Всего в Кирове будут установлены 4 камеры на дамбе в Макарии, Слободе Лосева, на перекрестке улиц Щерса и Тихой и в деревне Зониха. До середины апреля система проработает в тестовом режиме и в марте перейдет на полноценную работу. Под ее музыку делают операции, используют фигуристы на больших соревнованиях. В Кирове выступила знаменитая пианистка Кейко Мацуи. Японка привезла сольную программу, 1,5 часа никаких слов, только игра на рояле. В нашем городе звезда впервые, но уже успела отведать борщ и пельмени и посмотреть на город из окна машины.
Наш корреспондент Юлия Ксалапова пообщалась с гостьей. Когда за рояль садится Кейко Мацуи, кажется, что время замирает. Ее музыка волшебным образом поднимает настроение, расслабляет или вдохновляет. Кейко всегда называли волшебницей. Никто не может уследить, как она быстро и ловко перебирает пальцами по клавишам. Артистка играет практически с закрытыми глазами. При этом никогда не сбивается с ритма. Знаменитой пианистки популярна среди спортсменов. Например, эта мелодия в 2005 году принесла золото на чемпионате мира российской фигуристки Ирине Слуцкой. Под музыку Кейко Мацуи выступала и олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева. По словам артистки, ее музыку используют в разных целях. Например, хирурги во время операции или во время выращивания винограда в США, или во время оккультуривания бабочек. Свою музыку я воспринимаю близко к сердцу, поэтому я и пытаюсь объединить все – джаз, классическую музыку, а также мировую известную. Кейко Мацуи прекрасно разговаривает, кроме родного японского языка, и на английском. Но сейчас ради фанатов осваивает еще и русский. Общается с поклонниками в интернете, правда, пока с помощью онлайн-переводчиков. В нашей стране она уже в пятый раз. Уже смогла выучить несколько слов, которыми хвастается на концертах. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Thank you so much for coming. I'm very happy to be here. This is my first concert in Kirov. Найти эту программу в интернете невозможно, потому что она была сделана специально для гастрольного тура в России. Длится он 1.5 часа, при этом без антракта. Но самое уникальное в том, что на протяжении этого времени Кейко Мацуи находится исключительно в компании своего друга Рояля. Это первый случай, когда Кейко уехала на гастроли без сопровождения своей команды музыкантов. Несмотря на формат, отдельные композиции были дополнены джазовыми и электронными аранжировками, что придавало музыке глубину и насыщенность. На мировой сцене артистка больше 25 лет, но иногда сама не верит в то, что первый альбом выпустила в 80-х годах. На сегодняшний день она продала 1.5 миллиарда дисков. На ее концерты ходят все, начиная от президентов, заканчивая детьми и внуками. And now I see there's 3 generations. Сейчас очень впечатляет увидеть сразу 3 поколения на своих концертах. Это приходит моя мама, мои друзья, приходят дети. Мне очень приятно видеть людей разных поколений, от малышей до взрослых. За границей детям начинают в раннем возрасте прививать любовь к музыке. Гастролируя по России, Кейко изучает культуру и обязательно местную кухню. Попробовала даже знаменитую русскую водку. Шутит, вкус поняла, но больше пробовать не будет. Зато борщ и пельмени обязательно повторит. Среди супов мне очень понравился борщ и пельмени. Может быть, я еще что-нибудь попробую. Сегодня успела только позавтракать. В этот воскресный вечер у публики была прекрасная возможность прийти к гармонии в душе. Ее музыку некоторые даже называют лечебной. Впереди еще концерт в российской столице. А после Кейко отправится на родину готовить новый альбом для своих поклонников. Юлия Косолапова, Иван Дюров, информационный канал «Город». Что сегодня обсуждали на просторах интернета, знает Александр Светлик. Рубрика «Соцсети» далее в нашем эфире. Соцсетевой отряд вернулся из рейда и готов докладывать вам о том, что сегодня лайкали кировчане. Сначала полюбуемся на то, как японские производители мороженого извиняются перед своими покупателями за небольшое повышение цен. А теперь представим, что также извиняются перед нами, кировчанами, те, кто повысил цены на бензин. К тому же, кроме повышения цен на бензин и плохих дорог, кировским водителям усложняют жизнь коты-вандалы. Да-да, вы не ослышались. Коты-вандалы.
Ну а теперь предлагаю поговорить о хорошем. Апрельская радость – это когда достаешь весеннюю куртку и находишь там денежку. Радуешься и со словами «Опа! Чирик!» Примерно такое же происходит и на следующем фото. «Опа! Чирик!» Хотел же сегодня не говорить ни слова о кировских дорогах, но сорвусь! Все потому, что есть хорошие новости. Ребята, их все же ремонтируют. Правда, не всегда умело. А следующее фото из Слободского. Там решили отремонтировать асфальт по старинке. А заодно и оправдать выражение «дороги у нас». Попробуем выявить причину этих двух новых дорожных объектов. Может быть, виноваты совсем не ремонтники? Это был соцобзор. Капля в море, ну а настоящий ливень из рубрик пойдет в программе «Вятка Тудей», поэтому обязательно дождись. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. На Никона было принято делать генеральную уборку дома и в саду. Также люди зазывали и подкармливали птиц, чтобы они скорее принесли весеннюю погоду. А ясное звездное небо в этот день предвещало утренние заморозки. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 5 апреля в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Днем плюс 3 градуса, ночью около 0. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 4 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Паникаровских. До скорой встречи.